И вот этот эпизод, как Сосрыква вернул огонь Нарта, называется. Сосрыква Мадан Захижар. Он уводит нас в глубину учеников, когда человек вообще появился на свет. И почему он является именно Сосрыква центральным персонажем? Потому что этот герой, он противостоял великанам. И это говорит нам о том, что возвращает нас вот в те времена, когда люди все-таки были все братьями, объединялись и выживали все вместе. И здесь какой-то общий враг, великаны, да, народ великанов, которому они противостояли. И, соответственно, это вот жертва, да, вот такая, как принести огонь, принести себя в жертву, вернуть огонь человечеству и так далее. Эти мифы есть и почти у всех народов Земли, и как раз, видимо, это те времена, когда людей было и меньше, и как бы, все произошли как бы от одного народа, поэтому все они есть. Сосрыква Мадан Захижар.
Благодарю.